Так, итак, всем привет. Продолжаем, значит, модернизацию капитана. Пока я болел 3 дня. Иван уже очень хорошо подготовил. Осталось нам совсем немного. Поставить глушак от Абардина. Вот такой глушитель. Так, мне ребята прислали. Вот. Далее. Вот эту фигню мы внедряем. Это вот 406 двигателя успокоитель цепи. В общем, 81 рубль на стоит. Наверное, старая закупка. Я смотрю на зоне, по-моему, рублей 300 уже стоит. Далее. Вот эти болтики нам надо поменять на какие-нибудь получше. И что мы сделали, смотрите. Вот здесь все проварили. Поставили новую балочку. Косынки. Пока ничего, это не красили. Вот. А выше поднялась она. Не знаю, хорошо или это плохо. Она была ниже. Далее вот здесь еще проварили. Все проварили. Четко. Иван вообще. И за что-то четко варит. Четко пацанчик. Она ровная вообще. Ровная четко пацанчик. Вот. И что же там еще? Все проварили. Все нормально. Так, я не знаю, что такое. Че, вроде я такое не видел, ну ладно. Вот, здесь у нас, значит, насос стоит. Масло у нас херачит, не знаю откуда. Я прокладку поставил старую. Поэтому попозже разберемся, откуда зальем сейчас масло, посмотрим, откуда дует. Вот, поршню получил 161-ю, но по шпилькам боковым мне не подошло. Там реверс, не реверс, они отличаются. Два вида 161-х поршневых отличаются. Так, Ванька цепь теперь тащил. Сейчас мы будем. Вот так она уже подойдет нормально цепь. Тут еще тут колдовал. Вот так нормально. И вот так она будет у нас натягиваться. Вообще круто. Не сказать, что полностью, желательно сказать, чтобы она полностью. Но это тоже не хочется. Мажем по рекомендации Димона обильную смазкой литолом. Вот, какой-нибудь такой густейший, чтобы не стекало. Ну и будем готовить сальниковую цепь на рисуна. Вот, будем ее сюда готовить уже. И все. И этот узел у нас уже будет неплохо трахать. А эта цепь тоже ненадолго. 161 движок. Вот, он такой помощнее немножко, чем 57-й. Ну, все, дальше будем работать сейчас. Старый глушак. Идет он в утиль. А этот мы сейчас пришпандолим гаечки сюда и будем его уже подкапывать на родное место. Переделаем натяжитель. Блять, Вань, осторожно. Ты нам нужен живым. Короче, заварили под одну цепь, но та цепь не катит. Сейчас под другую цепь уже 21 звено сделали. Но других цепей просто нету пока. Короче, вот еще придумаем. Да, можно, да. Да, непонятно, что это такое. Все сделано из фольги. Мне кажется, даже она прогнулась туда, да, вовнутрь, по-моему. Или кажется так? Сейчас мы с ним поговорим. Время так будет натяжка. Это правильно натяжитель, ребята. Ну-ка, цепку, смотри как.
Грибочки, смотри, навешали просто. Какие вкусненькие, блин. Даже мне их кушать захотелось, такие они. Вот так вот надо делать, ребята. Да? Супер был. Вообще каждому. И так нормально, и так отлично. Да, наверное, прилегает. Да, пойдет. Пойдем прядью в лес. Ну да, там штук 5-6 делай, да и все. Масло, что ли, да? Что? Какие прикладки? Да, все нормально. Сколько здесь? 21 зуб? 21 зуб сделал. Не, нормально. Она в натяжку не должна быть. Залези сюда, золотая, потом. Не встал на место. Ну да, сейчас смажем. Это ржавело. Отлично. Супер. Если что-то подойдет, надеюсь. Сюда на какую-то шайбу, что ли, у тебя, видишь, здесь.